Главный тренд современной моды – индивидуальность. А значит, все стандарты красоты – это вчерашний день. Именно по этой причине многие современные дизайнеры занимаются поисками необычной внешности. Эту идею поддержала компания Oriflame, устроив антикастинг-день. Вы когда выходили из дома, вы понимали, что вам сейчас предстоит услышать мнение окружающих? Вот так многие женщины выходят, и если они не уверены в чем-то, если они не уверены, себя чувствуют, они не очень, может быть, уверены в том, что они хорошо сейчас выглядят, это сразу комплексы. Мы прям уверены в том, что каждая женщина красива, просто нужно научиться управлять своей красотой, нужно быть уверенной, полюбить себя. И как компания мы вот хотим об этом донести всем. И сегодня именно вот этими лекциями мы это пытаемся сделать. Каждый желающий мог принять участие в фотосессии с профессиональным фотографом и увидеть себя на сайте в галерее красоты, преобразить себя с помощью известных визажистов и узнать секреты красоты от приглашенных экспертов. Основная его идея в том, чтобы понравиться и заново полюбить самого себя, и только таким образом тебя будет любить весь мир. То есть наша задача – нравиться самим себе. Поэтому каждый блог сегодня был направлен именно на это. Вся фишка в том, что сейчас различные бренды и фирмы пытаются уходить от каких-то стандартных шаблонов, чтобы не была индивидуальность человека. Прежде всего, очень многие фирмы, в том числе и косметические, ставят тапку на звезд Инстаграма. А звезды Инстаграма вообще не имеют никакого отношения к стандартной красоте. Чем ты необычнее, тем круче. Конечно, в каждой девушке есть изюминка. У кого-то глаза очень красивые, прям глубокие. У кого-то очень красивые губы. Хочется подчеркнуть, нежели спрятать. Гимнастика для лица, фейсбилдинг, стили, тренды, секреты фотопозирования. Каждый из гостей антикастинга в этот день узнал для себя много нового. По фейсбилдингу мне да, очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Практика. Тут все же подтянули мышцы лица, тут же глазки. Все прощупали. Да, все на месте, все провели, ушами пошевелили. Полные, вернемся домой, будем дарить любовь и... Мужу, ребятам. Да. Для меня более полезен оказался мастер-класс по подбору вещей. С чем, допустим, юбку одеть в этом сезоне модно. Увидеть себя после макияжа, послушать мастер-классы, пофотографироваться, увидеть себя на фото. Это большая помощь в уверенности в себе, в обретении этой уверенности и красоты внутренней. Первый антикастинг прошел удачно. Именно поэтому его организаторы, компания Oriflame, решили продолжить в том же духе. Идеи уникальности каждой женщины будут продвигать и на следующих вечеринках. Всю информацию вы можете узнать на официальном сайте компании и на следующих подобных встречах.